предыдущая съемка начатая сорвалась по причине встречи старых знакомых. Вот. Но это хорошо, что она сорвалась по этой причине. Поэтому я опять, наверное, повторю, так сказать, путешествие вокруг дома. Попал в подъезд. Спасибо, так сказать. Посмотрел замок на месте, даже заснял его. Вот. Вот свой родной второй подъезд попал. Сейчас все на домофонах. Симпатичный дом, он 1910 года постройки и занесен в список, ну как скажем так, охраняемых домов, тех домов, короче, которые не снесут. Вот. Попал в этот перечень культурно-архитектурного исторического наследия города Кёнигсберга и города Калининграда, да. Так, вот третий подъезд мы тут прошли. Это у нас гидрометеобюро, сейчас он называется, центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А при мне это называлось гидрометеообсерватория. Вот, и там трещали постоянно какие-то вычислительные машинки, вот, которые выдавали погоду на ближайшую, в основном, перспективу, но дальнюю мало выдавали. Ну, этот дом, так сказать, тут детский садик стоял в наше время. Вот. Сейчас зайдем во двор, заснимем те посадки, которые там укрыты. Вот заборчик такой сделали и калиточку с замком. То есть, в принципе, она может закрываться. Вот, замочек есть. Во дворе у нас находится кочегарка. Ну, в доме, то есть, ход со двора. Вот, эта кочегарка сейчас работает. Вот, дыма, может быть, сейчас нету. Да, он буквально минут 20 назад дым шел. Во дворе попахивает таким угольком. Вот до сих пор в этом доме индивидуальная кочегарка, сюда привозят уголь. Вот, а вот здесь вот этот дворик, который Галя посадила, которая ухаживает за ним. Тоже сейчас пройдемся, посмотрим, вот, как он зимой. Потому что зимой я его, в общем-то, в таком виде не снимал еще ни разу на видео. Вот, и поэтому сейчас восполню вот этот, так сказать, пробел своей видеосъемочной деятельности. Вот тут все эти самые растения укутаны в коробочках, чтобы не мерзли, бассейник так. Вот очень все тут красиво. Вот. Грязь, конечно, тут непролазная в каком-то смысле, но хоть не смешанная, скажем так, немножко морозцем ее закрепило. Вот фасад дома. Вот тут вот эта вот железная коробка, как раз тут отходы угля от кочегарки. Вот, а кочегарка находится, сейчас вот я и иду кочегарки, сейчас мы ее посмотрим снаружи, вовнутрь заходить не буду. Ну, вот она, котельная. Вот здесь, вот здесь вот уголь подают. Вот все это реально работает и греет дом. Вот это рассчитано на отопление дома. Вода в доме
горячий тоже самонагревается через газовые колонки. То есть теплоцентраль к дому не подведена, и, так сказать, в этом плане дом, так сказать, не соответствует современным требованиям, но зато район тут очень хороший, и потолки высокие здесь. Тут много еще хорошего, хотя, конечно, есть недостатки. Вот, дом отличный. Старый немецкий дом. Ну, как сказал один товарищ, тут раньше была гостиница офицеров Люфтваффе немецких. Вот. Вот так вот. Немножко сбило меня общение со своими бывшими соседями. Вот. Но тем не менее оно лучше, чем просто когда я прихожу и никого из знакомых не встречаю. Вот. Третий подъезд, я его, собственно говоря, уже, точнее, первый подъезд, я его снял в одном из предыдущих видео. Вот. Еще люк, еще немецкое название здесь стоит. Но вокруг дома сделали плитку. Как-то у нас сейчас модно по всей России, в Москве, прямо какое-то мания вместо асфальта укладывать плитку. Значит, кому-то это нужно. Кто-то, наверное, очень хорошо на этом заработает. Ну и ладно. Хорошо, хоть эту плитку кладут у нас, а не где-нибудь за рубежом. Вот так вот.